Кирилл, в 1999 году рождения, кандидат мастера спорта, Московская область, город Дмитров. Общество вооруженных сил. Первый тренер. Они подписали прощение.
Да, но я же сам печатаю. Ну там разбое. Я отдаю в разбое. Фестивали сейчас. Я же там работаю. Доехал, потом через 4 дня поехал сюда. Как закончился фестиваль. Я летел. Тоже не нужно, иностранцы ходили, телевизионщики ставили. Ну, я со спортом работал. Я пырил, я везде был. И это я уже на Сибири был, на классе. Я не был. У меня было... У меня хотел, или где хотел, там. Да мне хватало этого, знаешь, каждый день там, представляешь, один, все видишь. А, не понял? Ну что? Переходи, переходи. В этой встрече побежал Кирилл Брежнев, центральный генерал Московского округа, стал победителем первенства России среди юниоров 2017 года.